Приветствую смертные. Давно не было Хардстоуна, а тут Blizzard анонсировали какой-то скверный фестиваль. Ну, короче, по аналогии с там огненным, который был год или пару лет назад, я уже не помню. Вот. Короче, разумеется, он посвящен последнему дополнению в ХСе. И выкатили очуенный трейлер. Да, он действительно неплох. И прикол в том, что когда его анонсировали, первая часть его была на русском, а вторая с сапами на английском. Господи, как так можно, блин, пол ролика всего озвучить? Ну, конечно, потом эту первую часть в виде еще одного отдельного ролика выкатили, ну, понятно. Но тупо как-то все равно. Ну ладно, у нас новая потасовка, плюс у нас приключение открылось, я его пройду, как оказалось, он бесплатное, маленькое. Ну, мы и поиграем в него, само собой. Но сейчас у нас потасовка, сопредельный рецепт. Ну, потасовка из разряда про рецептов, как я и понял, это сразу. Итак, огни запределья озаряют таверну. Выберите квас и сыграйте одну из приготовленных нами колод. Ну шо, логично тут сыграть за Demon Hunter, но у меня делик на друид чернокнижника воина. Ой, сорян. Господи, поля до сих пор в бете. Ты бы мог подумать. Так еще раз, кто был? Друид чернокнижник воин. Ну давайте начнем с лока. Там посмотрим, может даже за Demon Hunter получится поиграть. Немси и Рал. Ну что, повеселимся? Все как обычно. Будет боль. Верховная мать. Все, она сбросит карт. Как вы это любите. Пока так играть. Хотя, может, все-таки стоит его давить. Но не додавил, да. Скриньте, промахнется. Не промахнулся. Это удивительно. Ну да, конечно. Именно 3-4. Нельзя было 3-3, да? Блин. Издеваетесь, что ли? Так, по идее, это сбросит падальщика на падальщика. Я не хочу сбрасывать. Узри свою смерть! Пока так. Да ладно. Какое совпадение? Хардстоун становится все... Вы знаете, поганое казино. Правда, вы издеваетесь, а? Ну
Ну ладно. Скэмует. Так, ну сейчас он на грозу какой-нибудь найдет. Ну блин, какого вот если бы реально рандом тут был бы, какова вероятность того, что тебе с портала выпадет существо, ты потом такое же существо разыграешь из руки. Все заранее просчитано. И все больше и больше этого в КСе. Здорово. Существо засунуть в ворлок, а? Или это колода? А, пойди, это колода вообще? А может нет? Я не помню, рандомные колоды в рецептах или готовые колоды. Ладно! Ну знал же, что так будет. Ой, классно. Мусор приходит в руку. Алло, у него 7 карт. Сейчас что-нибудь разыграет и все. И ничего не смогу сделать. Или в колоде мусор сплошной. Где бы мое лицо сейчас? Ему как-то противостоять, но у него все больше маны. Меня пугает то, что он другие карты не разыгрывает. У него их полно в руке, а у меня их нет. Я все выкинул. Можно я сдамся? С дурацкого Дэвика сдаться нельзя, надо сопротивляться. Что это? Колода! Слушай, это что, колода единичек? Залог какой-то. Офигеть! Давайте что-нибудь, чтоб суициднулся сразу. Ха-ха-ха. Единички! Единички в колоде! Что это за бред? Вот нафига так... Таким рандом делать, чтобы одному перепало, другому нет. Фу. Уже не нравится мне эта потасовка. Давайте за воина. Хватит на улицу шуметь, столбали. Тут целый день шумели. И тут на, самое время. Ну, в принципе, отличная комбинация. ХС, съемка, шум на улице. Сейчас я с тобой покончу. Победа или смерть. Можно текать с города, ужасная колода походу будет. Против нас Demon Hunter, у него меньше рандома тупо, потому что меньше карт. Еще нолик понерфили в кавычках. Теперь он единичку стоит, но дает +2 к атаке.
Да. Какое жуткое место. Это понятно, блин, я уже забыл, как его зовут. Короче, чтобы ту четверку Лего понерфить. По-моему, она так уже особо не играет. Ну, а плюс к тому же это нолик атака вам лишняя. Не внушает того, что ты в лицо сможешь пойти вообще. Я готовился к сутки на даже жалко на него будет тратить единичку. Существо за 2 маны. Хотя это тоже за 3 маны. Хотя он все равно же копает там. Не знаю. Посмотрим сейчас, что разыграет. Ну блин, шестерки. Вот. Примерно об этом я хотел сказать. Блин, еще получить демона на халяву. Естественно, надеюсь, что демона хорошего в руке у него нет. Пойдет. Ты обладаешь истинной силой. Так, не спам меня. Не люблю я это. Вообще бы убрали это нафиг из игры, а? Да вы издеваетесь! Все очень плохо. Жрицей. Да не. Он еще хуже сделал. Блин, тут издевайтесь нельзя раньше, чтобы это существо пришло, а? Хотя, наверное, дурацкие тоже раз. Блин, тут такие существа, как это Лего у него. У меня. У него существа такие вообще. С другой стороны, у него карты заканчиваются. Заканчивается у меня, но у меня-то особо нечего разыгрывать. Не придет любая карта, и она практически любая будет. Ой, вот, пожалуйста. Изи. Просто магия выскочила.
Чего он сдался вопрос? Я надеюсь, он не скликнул. У него все шансы были так-то. 40 были, как обычно. Так, ладно, давайте последний раз друида попробуем. Может, из-за охотника, если игра будет недолгой. Так. Сможем быстренько забуститься благодаря этому. Ну, я надеюсь, план сработает. По идее, это второй ход, потом 4 маны, потом плюс 2 маны, это 7, и сразу выкидываем этого. И вообще четко будет. Так, только, пожалуйста, не тупи, не ливай, сейчас все прям перфект. Блин, АФКшника. Стопудово он ливнул. Такую игру обламывает, а. Я уже почти не чувствую воли. Так, ладно. Значит, это из-за разряда раздражаторов игроки. Игрок. Ну да, давайте дома до фатига и до веревки и играть, да. Ай, веселый матч будет. Че, спамить ему что ли? Играй, блин, надоел ты мне. Нет, он походу ливнул. Да, посмотрите на него, до конца тянет, а. Теперь знаем, какие карты у чернокнижника, и знаем, что они очень хреновые. Зачем меня призвали? Зачем меня призвали? Аж двое. Здрасте. Ветра! Повинуйся!
Такс. Ну все, карта потрачена. Только дровать, получать в личко. А у меня тут набор из зоны жирнючих существ. Гидр, конечно, жалко. Но она реализовала, скажем, свой потенциал уже. Интересно. Кстати, что выкинул он? Понятно. Давай ты... Мерзотный. Играй. Все. Ну, я обещал, если игра быстрая будет, то за Demon Hunter попробуем вперед. Надо бы, чтобы видео было с Demon Hunter на канале, а то как-то нет его. Надо не забывать им атаковать. Я до сих пор не привык к этому. Ну, я причем играю немного, так что. Всяких интеракшнов на этом столе. Все просто так пум-пум-пум-пум-пум-пум и все. Больше ничего не делается. О, это гриб пукнул. И этот, и все. Посмотрим, на что ты годишься. Интересная многоходовочка. Ты чё, размениваться будешь? Убивать его? Но вперед, вперед, вперед. Нет? Правильно, не надо. Какой-то ВТФ. Размен. Пух-пух-пух-пух. Будем играть в лицо. Блин, а. От этого я и не хотел. Сейчас трешечка распределится, так что убьет обязательно жрицу. А потом он еще добьет вот это крикунью.
честно. Печально. Ну, в общем, есть наив тут на случай, если какое-то очень стрёмное существо выйдет. Правда, это всего лишь отсрочка. Ну, вот он. Круасавец. Отдыхай. Надо подумать, каким образом нанести ему побольше урона в следующий ход. Спать будет. Да, круто. Это то, что мне надо. Архидемон справится. А если анимации не было, значит зверя нет? И как? Интересно. Так, и чё у тебя там за штуки? Чё ты там бафать захотел? Ну, ну чё, разве нет, не хочешь? Срази меня и познай силу скверны. Я отомщу. Так, у нас два неплохие демонюги в руке лежат, так что пусть как бы убивает, если хочет. А если не хочет, ему очень больно будет по лицу сделано. Это нехорошо. Ну, тут же смотри, какой секрет. Скорее всего, из последних, вот как уже был, который призывает 3-3 копию. Здесь типа аккуратнее надо. И еще один секрет. Я надеюсь, это не морозная ловушка. Победа! Мой истинный облик. Красивая причем победа.
Да, ну это, конечно, все рандом. Ну что, запредельный рецепт, потасовка. Такая вот. Чё? Да тут даже говорить нечего. Потасовка, какая потасовка. Чё тут, о чем тут говорить? Ну, с вами был Павел Первый. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте уже к себе, оставляйте комментарии. И еще увидимся. И всем пока.